Всем привет, мои дорогие! Давайте поближе рассмотрим сумку, которая была недавно у меня в распаковке. Это сумка женская, темно-бирюзовый цвет, размер 26,5 на 23 на 9,5. То есть 26,5 это длина, 23 высота и 9,5 это глубина, то есть ширина. Состав: верх искусственная кожа, подкладка полиэстер. Давайте рассмотрим ее поближе. Вот приходит она в таком мешочке и вот в таком тоже, как бы тряпочный пакетик. Вот такого вот она цвета. Сейчас повыше подниму. Вот, темно-бирюзовый цвет. Что-то тут непонятно, какой-то царапина, что ли? Что-то не разглядела. Или грязь. Да, это грязь. Я думала, царапина, это грязь. Давайте сейчас попробуем взять салфетку и попробовать ототрем. Возьму вот такие вот салфетки, пятновыводители. Попробую оттереть. Потому что при распаковке я не видела этого, а сейчас я его заметила. Так, ну что я вам хочу сказать? Без каких-либо усилий полосочка оттерлась, как видите. Правильно же? Да, вот. Так что все нормально. Так, ну давайте поближе рассмотрим. Смотрите, здесь она приходит вот с таким вот бантиком. Вот такой бантик. Он приделан у нас к ручке. Ручка. Да, вот здесь вот единственное, я бы хотела, чтобы была какая-нибудь железная, металлическая вставочка. Потому что, скорее всего, может и как бы рваться. Но эта сумка вообще-то не предназначена для тяжести. Но у меня бывает, что я пихаю тяжести сюда. Дальше. Вот здесь вот края открыты. Но сейчас глянем. Сейчас посмотрим. Сумочка приходит вот на таких вот ножках, как видите. Сзади без какого-либо замочка. Я люблю, когда сзади замочек. Здесь какие-то вставочки есть металлические. Вот такие вот типа клепок, имитация клепок. А вот здесь нет. Я бы хотела вот здесь что-нибудь, чтобы была имитация клепок. Так, на клепочках. Дальше открываем, что мы видим. Колечки для ручек держать. Здесь вот все вот так вот сделано. Дальше у нас идет на замочки. На замочки. Здесь у нас идет ремешок. Длина ремешка, если мне память не изменяет, то ли 26 сантиметров, то ли 23, что-то такое. Я не помню. Кстати, здесь не указано, наверное. Сейчас я посмотрю. Нет, здесь нету, здесь не указано. Ну, на сайте я смотрела, я измеряла. Можно через плечо носить, но я имею в виду не через плечо, не на плече, а через плечо. Я специально выбирала, чтобы так носить, потому что иногда я хочу через плечо носить. Как бы ее открыть-то? Ножницы-то я не принесла. Как всегда, все открыла. Открыла вот такой вот ремешок. Он регулируется, ну то есть больше-меньше. Тут застежечки такие вот застегивать. Вот сюда внутрь, вовнутрь. Вот так вот застегивать. Угу, вот, застегнула. Ну и ручка, естественно, регулируется, как вы видите.
больше, меньше, но мне больше я буду делать, длиннее. Я люблю ее носить через плечо. Что-то у меня голос сел. Давайте через сделаем вот так вот. Вытаскиваем бумагу. И что мы внутри видим? Внутри мы видим один отдел и второй отделчик на замочке. Вот сюда. Ой. На замочке вот так вот. Туда можно, ну, такое по мелочи положить сотовый телефон. Ну, можно сотовый телефон, конечно, положить в стоячем виде, но не в лежачем. Но если у кого маленький, он влезет. У меня просто не маленький, поэтому у меня не положится. Ну и подкладка. Подкладка жесткая, твердая. Ну и все, никаких больше у нее таких нету, как бы, примечаний каких-то. Ну, она ничем таким не примечательна. Обычная сумочка. Обычная сумочка. Я вот единственное, знаете, за что переживаю? Что здесь вот, мне кажется, будет рваться быстро. Ну, ладно. Как говорится, на один, на пару сезонов хватит поносить. Ну, это вот весна, осень, да? Поздняя весна и ранняя осень. Уже, конечно, на лето, мне кажется... Хотя и летом можно будет поносить, но я летом люблю тряпочные сумки. Я не люблю летом вот такого плана сумочки. Мне нравятся тряпочные сумочки летом. Ну, хотя, если что-то вот такое, ну, куда-то на выход, да, классику, то можно и эту сумочку взять с собой. Потому что цвет располагает что-то взять с собой. Как бы цвет тоже такой универсальный. Я не люблю сумки черные. У меня крайне редко есть черные сумки, поэтому... Особо никогда не заморачиваюсь, если сумка другим цветом. Главное, чтобы она подходила под стиль. Ну, вот этот стиль классический, конечно. Классический, спортивный уже не пойдет. Ну, то есть юбка, брюки, платье. Все. Ну, вот под спортивные брюки. Единственное, можно под шорты, под классические. Есть такие шорты классические, то пойдет. В общем, под все классическое, но не под спортивный костюм. Здесь такие выступы. Единственное, тоже вот хотелось бы, чтобы вот эти вот как-то вот это вот все туда было спрятано. Вот сейчас манера делать как-то вот с такими вот ушами, как говорится, да. Ну ничего, отдавать не буду, поношу какое-то время и все. Ну, хотя есть такие сумки, которые служат очень долго. А, кстати, она вот, смотрите, сделалась больше, вот эта вот ручка. Или как, я не знаю, что она у меня вот вытащилась. Ну да, она вытаскивается, затаскивается, больше, меньше делается. Вот, смотрите, она больше сделалась. Так что вот. Так нормально вроде. Все шовчики, все прошито, все хорошо. Ну, тяжел, она хоть и вместительная, я смотрю, сумка, можно сюда много чего вместить, но хлипенькая. Я вижу, что она хлипенькая. Ненадолго мне с ней ходить. Ну, все, мои дорогие. С вами была Людмила Хамула и сумочка для Людмилы Хамула. Всем пока!